Ладно. Тут, похоже, как повезет с генерацией. Ну да, ну да. Не, ну слушай, зря-то так. То есть, с одной-то стороны, у Лимончика нормальный лес, то есть на него спокойно выйти, он даже Не, близко этот довольно лес хотя бы, находится. да, хотя бы вот рядом с... И голда есть тыловая. У него, знаешь, какая главная проблема? Это форвард камень, то есть его очень сложно будет. О, да. Если там поставить замок какой-нибудь и не дать на этот замок камень выйти, то это... Вот. Ну, посмотрим. То есть, Лимончик показал, что у него есть билды, что он знает некоторые билды. И интересно, на самом деле, о Шамру что-нибудь узнать. Чат, скажите, пожалуйста, встречались ли вы с Шамру где-нибудь или Я видели тебе его в так скажу, турнирах? по Шамру, это товарищ из троллей. Сейчас я тебе скажу его рейтинг. Шамру 1200. Это означает, что потенциально, может быть, даже мы играли против него. Ну, то есть, примерно знаете. Примерно Я просто... равного уровня игроки. Короче, рейтинг у них равный. Рейтинг у них равный, 1200. Ну, тогда это будет тем более интересно посмотреть. Вот, насколько игроки будут страдать. Но Шамру будет сильный. Для Ну, Лимона, смотри. говорят. Что я могу... А, ну, во-первых, я что-то не нажал промотать. Что сам сказал тебе проматывать, а сам не промотал. Так вот, что я хочу сразу сказать, так это то, что у Шамру вся первая половина игры за ним. То есть он, это то время, когда он может резвиться на карте, он может делать конкистадоров, он может давить, душить и так далее. Но если он не убьет Лимончика в первые 30 минут, то дальше Лимончик, отожравшись у себя на базе, уже будет более опасным соперником, так как Монгол имеет, ну, более больно бьющую армию, чем Шамру, особенно если Шамру решит играть через мясо. Ну, мясо, кстати, у него хорошее, вот, но Он, или кстати, порков. пошел замок ставить, по всей видимости. Чё, не рано ли? На 16-й минуте. А, фига, они столько уже играют? Ты сказал мотать до конца. Я А, ну мотаю. ладно. Просто у меня что-то 7 минут, я думал, что они только начали, там у меня было показано, что они начали 6 минут Не, назад. ты сказал мотать, я Не, мотаю. все правильно, правильно. То есть у Ладно, я тебя нас все подожду равно это пока. четвертьфинал. Еще. Выход на камень от Лимончика, я смотрю, есть. Здесь на камень вышел и Шамру. То есть, да, ребята прям друг друга стоят. Так. Да я что-то, да, я затупил, заболтался и забыл сам мотать, нажать. Так. Ну и да, добавляется здесь кузница рынок, здесь все понятно, здесь тоже кузница рынок. В замке идет лимончик, это чуть первее. С популяции 27 переходит, судя по всему, Шамру. Да. У лимончика забавно, что у лимончика 29 популяции, но при этом у него быстрее переход в замки. То есть у Шамру айдл в целую минуту был, он что-то накосячил с билдом. Вот, но да, выводит тоже крестьян на 15-й минуте и идет в атаку. У него пика, кстати, появилась. То есть он пику барак сделал. Он очень хочет форвард касл поставить, но при этом не может это сделать. Но у Лимончика тоже есть ответочка. Вот. И посмотрим. Так, замок идет. И здесь ответный замок тут же появляется. Да, 17-я минута. Пошла постройка двух замков. То есть Да. Лимон видит. Ну, мотай Кстати, дальше, почему короче. Лимон видит? Ну, я понял, Шамру даже не пытался его спрятать. Да. Тут даже не на тоненьком. То есть просто он наглый. Ну, форвард золото отбито у Лимончика сейчас с камнем. Ну, пока что некоторые вопросы. Конки начинают клепаться. Вот. Ну и конкам бы как-то пройти, а пройти пока никак не получается. Кстати, у Лимончика, смотри, у него три ратуши, между прочим. То есть он бубен сейчас, и в экономике отрыв полный идет. Вот. А Шамру ломает ворота. То есть, ну тут... А, и вот, кстати говоря, реальное время мы догнали. А, даже реальное время? Да, 21 Я вот на минута. 17-й минуте. А, ну 21 минута реальное время будет, так что проматывай. Даже так. Да. Пока что даже так. Ну, конки, по идее, они сильные очень, да.
Да, они сильны, но против Мангудаев все равно им будет тяжко в какой-то момент. То есть они хороши в феодальной эпохе, в замковой эпохе, а вот в импах уже конки послабее будут. Слушай, а разве Рамбаи не будут? Рамбаи? Нет, они слишком косые. Вот, у них хуже, и с броней у них дела похуже, насколько я помню, обстоят. Так, ой, сейчас можно по крестам нашить-то как, там еще и лува нет. О, пошел на лес. Да, два будет? Нет, два не будет. Ну, минус один пока это не страшно. Тем более, с трех, когда есть три ратуши, так вообще забей. Короче, задача Лимона как-то терпеть. Ну, слушай, Лимона 600 очков опекает. Дефает собака как может. Ему нужно монастырь. Он просто бомбится через три ратуши. Да, я тебе говорю, что он отжирается просто. Им на пофиг, он поставил замок, задефался, ему норм. Вот сейчас вообще начинает фокусить у конков, даже получается отчасти. Вот сейчас интересно, так только его перестреляют, кстати. Ну, три, мне кажется, все-таки должны проигрывать, наверное, три Мангудая шести конкам, но не зависит от микро. Не уворачивается, Да и не микрит, на самом деле, эти два конка, они просто на ровном месте умерли. Ну вот Дарт правильно пишет в чате, что монгол в обороне — это дикая тема. И если к нему не пробиться, то это ГГ. Да, действительно, то есть монгол отжирает сейчас, монастырь идет и так далее. А Шамру, может быть, даже таран надо было делать, чтобы замок ломать. Ну, то есть, так, Соня, Лимон продолжает дарить. Ну, три ратуши, почему бы и нет. А, еще крестьяне, да, уже 4-0 по крестам. Рамбаев в самом первой версии дрались с конками на равных, а теперь с баллистикой они должны разваливать. Но вот почему-то никто не любит Арамбаев и вообще бирманцев. Я уже не раз говорил, что у меня загадка, почему так игнорят Бирму. Ой, слушай, а там справа от домика не дыркали? Или мне кажется? Нету вот. Дырки. Там пытался... Нет, там дырки нету. Там пытался вроде Арамбай пройти. Он пытался один Арамбай там пройти. Точнее, не беру... Так. Копится. What? Погоди, что? Что такое? Имперская эпоха — это фланцы? Да! Лол, и правда? Да! Это же может вообще очень сильно малину всю подпортить Лимону сейчас. Может, действительно. Потому что он не сможет тогда нас спамить нормально. Но подожди, то есть у него сейчас копится Мангудай, у него лучшая экономика, и у него нового камня нет. Ой, он дырку еще, кстати, открыл себе случайно. Вот. Но вопрос на самом деле правильный, что будет, если придут трибушеты. Вот. Но тут очень мало конков, а Мангудаи могут попробовать, например, ворваться под замок. Ну или вообще, на пофиг, на в легкую кавалерию Лимончик может переключиться. Господи, 77 тут уже проходная! Тут уже проходная! Просто, понимаешь, 37, ну, да не, нормально все. То есть пока что удается держаться Шамру, наоборот, Лимончику. 78 крестьян на 37, то есть разница больше, чем в два раза. По-моему, или ровно в два раза. Ну, короче, дофига крестьян у Лимончика, и он просто на пофиг может все что угодно сделать, и у него будут на это ресурсы, а Шамру не будет у Шамру вообще. У него даже брони, кстати говоря, толком нету, что тоже тревожно. О, да, два трибушета. Это проблема. Ну смотри, у Лимончика сейчас через 2,5 минуты свои собственные требования начнут катиться. Да, конечно, у него большая проблема с камнем. Может, даже стоит ратушу справа поставить, чтобы усилиться как-то. Не знаю. Вот. В общем, начинается давляк от Шамру. Да, да. А, Лимончик, кстати, только что лум прокачал. Ага, было такое. Кстати, подставилась крестьянка сейчас у Шамру, появился треп. Да, ну и на замок идет атака. 1,5 минуты еще остается до собственного... Возможно, просто заказать трибушет. Не сделать, да, а заказать. Да, только заказать. И вот там прикол. Что... И как мы говорили, да? Видишь, он камни... Что там у Лимона по камню? А, очень все плохо. Угу. Да. И он просто ведет кучу крестьян на защиту. А тут, блин, два трибушета. И тут еще конки. Если Мангуты даже попытаются напасть на это все дело... Ну да, мне кажется, что надо просто переключаться в какой-то незамковый юнит, потому что мангуты пытаются реально здесь микрить, не получается толком. Точнее, получается, ну так, соусов, баллистики нет, кольца нет. Вот. Хит энд ран мне очень нравится, который здесь происходит. То нравится? Есть, нравится, да, прям старается Лимончик. Смотри, он как подходит прям к требам, пытался там что-то попасть. Замок все еще живой, кстати, что важно. Вот, ну не, мангуты решили отступить. Где кони, где бараки, хоть что-нибудь боевое.
Так ты понимаешь, лимон, ты у лимона имеешь в виду? Да. Так потому что он, понимаешь, он сфокусирует. Ты думаешь, вот такие микроконтроли, они так появляются? Не, я понимаю, все, о, выход на камень, но жесть просто, больно. Все, новых мангутов не будет какое-то время. Ну да, тут нужно... А конкистадоры будут создаваться, но больше и больше. Знаешь, у лимончика сейчас, во-первых, на импы уже хватает так-то, но он что-то их не прожил. А, стоп. А, импы уже он уже в импах. Сори, да. Окей, виноват. Но, короче, у лимончика есть на пачку коней, на пачку скину, да на все у него есть, дерева только не хватает. У него только одна проблема, лимит. Да, да, кстати, у него домики кое-что. У него перебор немножко стал с лимитом. И сейчас конки еще будут выгонять с камня, а камень очень нужен. Он начинает спадать еще крестьяне. Ну, такое ощущение, что лимончик немножко растерялся сейчас. Не, он пытается что-то сделать, но просто видишь, что он не ожидал, наверное. Он импов не ожидал, мне кажется. А сейчас и дальше он же просто раш не ожидал. Пойдет. Вот нормально так. Видишь, у него плюс рынка нету все еще. А рынок все-таки в такие моменты нужен. Да, да. Но домик... А, домик, кстати, достроились. И ратуша еще, кстати, на камне появляется сейчас. Ой, три сразу ядрышка, хорошо. Ох, ну и минус. Ой, минус... нет. Нет, 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 зачем? Зачем замок? Это отвратительно. Это отвратительный замок. Просто зачем? Под тремя требами. Бам! Так, он, конечно, пока стоит, но... Болись, он кстати, просто, понимаешь, он построил рынок только, чтобы купить камень и отдать замок. Блин, ну это лимончик что-то прям какая-то, какой-то ГГ. То есть такой пережор по экономике и так вообще не вывозит на самом деле он сейчас. Это так грустно. Все, все. Еще один рынок идет, все. Боже мой. Вот хотя дома Мангудай успел сделать? По-моему, нет. Нет. Апов нет. Нет, стрельбище, кстати, появляются. Во, смотри, стрельбище. О, начинается айдол лимона пьяным. Казалось бы, 100 крестьян, кузницы нету, рынка, рынок опять появился. Ну, хорошо пуш работает, то есть шакру прям душит. И еще один замок, смотри, на форвард ставит, сам уже собственный. Ох, ну лимон, хорошо, что у лимона есть хотя бы крестьяне на внешнем круге, он там может как-то дефаться. Вот, ну а конки должны уже быть фулап, наверное, но у конков с апами что-то беда. Хотя рез на апы есть. Ой, эти ядра, блин, эти ядра летят, ты понимаешь, сейчас что-то упадет. Да, и, например, ратуша. Качается золото, но это единственное золото, которое есть у лимончика. У него куча резов, он делает скирмиши, он делает еще одно стрельбище. Вот, монахи пытаются колдовать, кстати, монахи так никого не сколдовали, по-моему. Не, проблема лимона в том, что у него вот все время не хватает дерева, чтобы продакшн наладить. У него вроде 100 крестьян, опять лимит. Да, да, да. Опять ему что-то сломали, наверное. А, домики ему продолжают ломать, причем все сильнее и сильнее. Просто упирается в лимит. Он главное хотел сделать за... Но он не может их выпустить. Ох, он, на самом деле, можно справа было бы замок поставить, вот где домики сейчас идут. Можно было там как-то отжираться, но этого тоже не происходит. Это тоже очень грустно. Мы понимаем, да? То есть он направо вроде вышел, да, сейчас? Ага. Камень хотел выйти, вот ратуша справа. Но его заставили делать домики. Эх, ну да, да. Приходится так. Так, на месте полей начинают появляться вещи. Да, ну, переход на боевые рельсы экономики. При этом у него есть последняя стрела, у него нет брони, правда, еще. И опять нет домов! Серьезно? Лол, опять! Он просто в лимите, понимаешь? Он в лимите. Все. О, слушай, опять. Смотри, внизу пошел домой. Блин, ну это прям жестко на самом деле, так вот домиками. Он просто, понимаешь, у него продакшн не прощается. Он в лимите, все, домов не хватает. Он уже психовать начинает, понимаешь, он уже начинает психовать, делать дополнительные дома. Ох, ну да, то есть вообще, ну, на самом деле очень неприятная история. И, ну, вроде 130 сейчас популяция, окей, новые домики появились. А, требы в опасности. Вот требы, блин, там уже 5 требов. Удивительно, на самом деле, блин, Шакру так умудрился задушить противника. Казалось бы, у него все очень плохо с экономикой. Очень плохо было с пушем, он не смог пробиться. Но он вот каким-то таким чудом, за счет быстрых импов зафорсченных, он сумел перевернуть игру, на самом деле, во многом. Он, главное, не нужен... Не, ну когда он заставил лимона...
в лимите заставил. Да, сейчас попытка, кстати, контратаковать. Скирмиш появляется, а скирмиш хорошо воюет против клонков. Тем более, когда у клонков никаких апов нет. Вот это, кстати, тревожный момент. Сейчас шакру уже может пролететь. Потому что, посмотри, у него не получается убивать скирмов. Скирмы лезут, а скирмы, боже, как конки-то падают. Да, то есть, я тебе говорю, там максимальный дамаг. Там и химия, там и три стрелы. Вот, а здесь ничего. Вот. А зачем так конков-то сливать? Стоп, конков, подожди, их вербуют. Да, их и вербуют еще. То есть все, конки кончились. И, а теперь возникает вопрос, а как достраивать армию? Ну, вообще, как бы, можно достраивать армию, когда у тебя 800 еды и 700 золота, но почему-то этого не делалось все это время. То есть, возможно, игрок думал, что там победа, но там еще нифига не победа. По 2000 ресурсов у лимончика, даже по 3 дерева, офигеть. Идет рынок. Он не может, он опять в лимите! Да, лолы, правда. Ой, блин. А сейчас-то что упало, что лимит появился? Я что-то прозевал этот момент. Ну ладно. Осадки падают. А нагры появляются у Шамру. Так, лесопилки падают. То есть там вот эти крестьяне, они сейчас некуда им будет лес носить. Лимон опять пытается рынок сделать. Это уже какой рынок? Опять не успеет. Ой, блин, этот рынок уже в четвертый раз перестраивается. Это уже, наверное, 10-й рынок, лимон. Да. Вот. Еще осадка минус. По-моему, сейчас опять сейчас лесопилки пойдут. Боже, если он сейчас еще лесопилку сломает. Так подожди, там еще одна строится лесопилка. 100 крестьян, представьте, 100 крестьян на лесопилке, на лес некуда относить. Рыцари здесь появляются тем временем против скирмишей. Окс перевербовывается. О, боже. А, попытка. Что? Попытка сделать лесопилку. Кстати, справа еще одна ратуша появляется. Да. Еще одна. Слушай, правда, еще одна лесопилка. Ой, блин. Бам! Это какое-то, по-моему, принципиальное противостояние. Некуда. Так, подожди, тут внезапно появился камень. Купил. Опа. На все зол. Нет! Зачем? Он нашел. Лимончик, он нашел. Да? О, появились латники. Так, и плюс зачем? Он нашел открытую экономику лимона. О, слушай, это опасно. Да, но посмотри, куда опять выперся замок. Опять форвард касл. Зачем? Почему здесь? Подожди, мне кажется, сейчас упадет еще одна лиса. А, специально нет, он ее пощадил, Ладно, ну тут по замку идет. Почему замок идет сюда, я не понимаю. Объясните мне. Ну, просто он хочет, чтобы был замок. На форварде, чтобы его обижали. Ему нравится, когда замок такой, понимаешь? 20, давай замок... так, выйдет или не выйдет трибушет? Вот главный вопрос. То есть 43% трибушета и 3% замка. Ой. То есть лимон готов отдавать весь камень. Он, слушай, да продает, он все готов отдать. Он все продает. У него было 1000 ресурсов, он все продает просто. Ради этого трибушета. Он один, пошел на все. Который еще и сломает сейчас, небось. Так, ну тут рыцари убивают. Там 60, кстати, крестьян на экономике уже у Шамбру. А теперь ты посмотри на ресурсы лимончика. Ну 5000 дерева, это единственное, что у него осталось. Да, с едой у него просто ничего уже. Просто забей. Кстати, у него нету золота на еще один треп, что забавно. Оп, подойдет! У него и дерева сейчас не будет! Ай, сколько там уже? 243 золота стоит сотня. Офигеть! Ой, замок! Замок упал! Боже, это самый рофильный матч, да? Ой, а, дерево будет... Он теперь держится за трибушет. Теперь он будет чинить крестьянами трибушет. Не бой, посмотри, 20, походу там 20. Я начинит один трибушет, все. На страже трибушета. Там по крестьяне уже грудью защищают этот бедный треп. Вопрос, почему... А, латники боятся монков. Монахи стоят, точно. Ай, там тараны еще какие-то появились. Монки пытаются отпугивать. Так, треп. Все, нету трепа. Ай. Так, что будет делать лимон? Его заполнено, у него... Ему нужно... Опять атакуется лесопилка. Снова минус лесопилка, и блин, какого черта? Но рынок еще стоит. Рынок надо было донести. Рынок стоит. А где так, рынок там? Кастадоры спят. Так, а, 20 человек на камне. Историческое событие. 20 человек на камне. Теперь можно, кстати, камень продавать и покупать обратно все ресурсы. Да. Типа
такие, биржа. Покупаем, продаем и чуть-чуть еще сольем. Так, ну что, где там лесопилки? Я уже жду следующее. Возможно, кстати, счет сейчас 1-1. То есть, возможно, счет какой-нибудь такой. То есть, мы не знаем счет, мы не сначала смотрим. Ребят, если что, учтите. Возможно, это просто решающая катка. Ох. О, Лимон накопил опять на замок. Опять замок? Да, опять замок. Куда теперь? Вот интересно, Лимончик поставит опять под три бушета замок или все-таки нет? Это главный для меня вопрос. Так, ну подожди, пока... О, теперь будут ломать фермы. Не, подожди, до лесопилки дотянулась. Новая мини-игра для трибушетов. Сломай мельницу. Господи, сломай мельницу просто. Блин, а сейчас по фермам реально ж полетит. Там, кстати, у Лимончика все замок пошел, аллилуйя. Так. Так, крестьяне, кстати, говорят, что... Ой-ой-ой! Крестьяне тоже идут замок ставить? Блин, что происходит? Подожди, а почему? А там хотел свой замок сделать! Он свой хотел там замок сделать! Да он и делал, он и идет туда делать его. Ох. Так, а трибушеты развлекаются, у трибушетов новая мини-игра. Теперь, правда, по первым атакам. Слушай, а там тихой цапой уцелевший Мангудай, последний Мангудай, он добивает один из требов. Он это сделал! Герой просто. Ох, и следующий пошел, там пики подъехали. Так, куда? Подожди, куда? Подожди, подожди, там два крестьянина завалились и достраивают замок. В центре вражеской экономики. Ё-моё. Так. И такое ощущение, что, что Лимончик этого не видит. Ну или не хочет. Они оба, мне кажется, уже встали. Да. Минус. Мне кажется, они реально оба уже устали. Один, напоминаю, один из них полуфиналист турнира, ребят. Вот, а вы мне... Так, а, ну убили, все. Нормально. Там все больше коней, но кони, кстати говоря, пока не имперские, но все-таки... А, врыв на левую часть экономики, кстати, идет. А, нет, не получилось. В итоге сам себя в ловушку, по-моему, поймал. Шамру сейчас. Да, минус кони, минус пачек коней, там по требам еще достается, кстати говоря. Требов было 5 штук, осталось довольно мало. Здесь копится Мангудай, требов пока не видно. Замок, ну замок стоит, окей. Есть еще квалификация, я хочу с Лимончиком катать. Да, ребят, кстати говоря, если что, это квалификация на Кибермос. Неправильно говорю. Это турнир Московский Киберспорт, который состоит из 6 квалификаций и основной стадии. Каждая квалификация открыта для участия. Вы можете тоже прийти и поиграть, как увидите, что... далеко не факт, что вы попадете на какого-то прям потного Винчестера или еще кого-нибудь из топов. Очень много игроков рейтинга пониже, поэтому есть интерес поиграть и попробовать свои силы. Приходите на следующие турниры обязательно, я буду вас звать, когда они случатся. Вот, и так, очередной упал замок. Да, замок все, замок рип, но Мангудаев успел нарожать Лимончик немножечко. Еще немножечко поиграть там? Мангудаев. 5 Мангудаев. 5 очень гордых Мангудаев. Ну там, кстати говоря, есть реакция на еще один замок, заметь. Вот. А, блин, там, так. Слушай, а посмотри, как выросли, сколько ратуш там построилось, пока мы тут болтали. Сейчас Лимончик достроится до Шамра. Да, кстати говоря. Но... А, и, кстати, тут таран пришел и ломает замок. Боже, эти трибушеты, это знаешь, как бригада так. Идем. Карательный отряд. Будет ли еще один замок? Так, но они рано развернулись. Ну это, наверное, чтобы конюшню выбить, не? Ну, по Мангудаям там атака идет, пики, бараки идут, башенку, кстати говоря, разбивают. А, там башенки отбились, понятно. Башка сейчас с одного удара упала. Там... Опять, вот Лимону просто не дают. Так, тем временем замок, погоди. Замок ломают пиками и тараном, все в порядке. Ты все правильно видишь. Ёпрсы-то. Во, отлилуй, еще один замок. Это трэш. Это просто бред. Это не катка, это бред полный. Ты видел когда-нибудь такие бредовые матчи на арене? Очень-очень редко и менее бредовый, конечно. Я помню, как Аладушек выбил Бакта на арене и перестроился на его базе, а Бакта его.
игроков такого бреда, да, что... А, господи, это трэш. Ой, я придумал, кстати говоря, если вам интересен кибермосс, вы можете в Дискорд его вступить и там увидеть, и там поучаствовать в будущих турнирах и не пропустить. Вот. Если есть у кого ссылка, пожалуйста, раскидайте в чатике. Вот, я, иначе я в перерыве сделаю. Появились пики, то есть латники в опасности. Но их мало пока что, так что пока что жить можно. Трибушет может сейчас начнут разваливать. Ресурс на 200 лимита пик. Да, кстати, там ресурсов-то снова побольше стало. Вот, но все-таки крестьяне так и не достраивают этот замок, что любопытно. А вот, Шамру хотел здесь что-то построить, но походу его ему опять говорят, крестьяне пришли, их опять выгоняют. Так, опять у Лимона замок появился. Боже, это какой по счету? Подожди, еще один у Шамру замок сейчас пойдет. Он купил 100 камня. Блин. Кэш дичь. Просто, да, идет замок от Шамру. Это без комментариев. Этот матч конкретный. Жесть. Но это, за это мы, на самом деле, за это мы любим. Потому что безумие. Только, наверное, эпоха может генерировать такие безумные матчи. Драк продолжается все время. Лучше еще один замок, чем если... О, еще один замок от Лимончика. Впервые больше одного замка одновременно на карте. Когда, понимаешь, когда очень хочешь попасть на алый, так... Слушай, отменяют замок тем временем. Шамру второй уже по счету. Убивают всех крестьян там. А у Лимончика 159 крестьян. Второй! Да! Там по баракам атака идет. Я не понимаю, что с пиками. А, у пик вообще апов нет. Ни брони, ни атаки. Вот что они так умирают-то. Офигеть. Ну еще бараки дохнут. Тоже? Почему нет ни одного особого юнита у Лимончика? Что Лимон, за челлендж? Все-таки шутка стала реальностью. Лимон дошел. Да, да. Дошел до Шамру. Кстати, Шамру все еще играет в одну ратушу и в одну лесопилку и в один рудник. Не, ладно, два рудника. Вот. Новый бараки. Истинный испанец играет только в одну ратушу. А, кстати, удалил Шамру тот замок, который у него был. Или его... Не, его... Он удалил, скорее всего, не снесли. Удалил. Вот. Он забил на него вообще. Все, этот замок не стабилен. Подождите. А ничего, они... Давай-ка я кое-что проверю. Они победу по очкам-то поставили? Да, у них осталось всего 200 лет играть. Так вот она, да. Я говорю, 200. Да. Что-то я то есть Лимон пока по очкам побеждает. Да, да. На удивление, его всю игру несут. Подожди, все. То есть здесь Шамру все-таки проиграл? Нет, он не проиграл. Да, он проиграл! Да ну! Ну, наконец-то! Ой, как же... Это не... Я не знаю. Просто! Ребят, а теперь вопрос. Подожди. А теперь самое веселое, это если счет сейчас будет 1-1. Какой вот счет, да. Ребят, подскажите, пожалуйста. Лимон, какой счет у вас? Он мне в чате. Как так? Вот это да. Да, это такой трэш. Просто что это было? Это было 1-1! Серьезно, это 1-1? Лимон, это сейчас 1-1? Это жесть. Это 1-1, ребята. Ой, блин. Вот че Лимончик так не сдавался. Да, 10 тысяч дерева было собрано. У меня слов нет. Просто... Типичная катка Лимона. Оборона Лемонграда. Оборона Лемонграда. Не, ну я думаю, я это вырежу.